Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В Алма-Ате прошел торжественный митинг в честь Дня Победы и за упокойное лития – молитва об усопших воинах. 73 года со дня Великой Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Духовенство Алма-Атинской епархии во главе с благочинным приходов Южной столицы протоиереем Валерием Захаровым и секретарем митрополитчьего округа Олегом Николаевичем Овчинниковым возложили цветы к мемориалу 28 героев-панфиловцев, отдавших свои жизни за мир на земле. Венок из живых цветов в виде православного креста стал данью памяти воинам от священнослужителей. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники тыла и прихожане православных церквей Алматы. В память всех воинов, погибших на поле брани, была отслужена заупокойная лития. А упокоение душ преснопамятных вождей и воинов за веру и отечество на поле брани жизни свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах, невинно умученных и убиенных и всех победы ради потрудившихся.